Соня устраивается медсестрой в военный госпиталь Ташкента. Сергея ранит при попытке бегства из зоны. Соня понимает, что беременна. На воровском сходнике принимается решение прислать к немцу на разборки человека, так как он тратит воровской общак. Сергея отпускают из тюрьмы после ранения. Он едет разбираться с немцем. Лебедев крышует воров. Соня отказывается от новорожденного сына и возвращается домой. Ей поручено сопровождать груз 200. Грузовик попадает в аварию. Соня видит, что в гробе были наркотики.